Как собственникам квартиры отстоять права, сменить управляющую компанию, рассказали сегодня на пресс-конференции в Татмедиа. В прошлом году в жилинспекцию поступило более 8 тысяч жалоб. Люди имеют право отказаться от услуг организации, которая работает спустя рукава. Для этого нужно создать совет, провести собрание, написать заявление с объяснением причин недовольства и подготовить документы, которые обличают бездействие коммунальщиков. Лучше, если это будут фото и видеоматериалы. Очень важно соблюдать процедуру, потому что управляющие организации неохотно отпускают свои дома от управления, потому что это живые деньги. И важно, если собственники приняли такое решение, соблюсти и процедуру, и собрать доказательную базу неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств управляющей компании.